Приветствую всех-всех, кто зашел ко мне на канал. Ну что, ребята, продолжаем гулять по Риму? Фламиниевые ворота – это еще одни ворота, которые находятся в стене Аврелиана и были построены в одно и то же время со стеной, то есть в 275 году. К 15 веку ворота находились в жутком состоянии. Они были засыпаны землей где-то на 1,5 метра в высоту из-за частых наводнений и повреждены из-за осад на город. Эти ворота были разобраны, и в середине XVI века на их месте были построены новые. Хочу обратить ваше внимание на 4 колонны, стоящие по двум сторонам у входа. Эти колонны были привезены из старой базилики Святого Петра. Напомню, что первая базилика Святого Петра была построена при правлении первого христианского императора Константина в 326 году, и находится она сейчас под новой базиликой. Туда может попасть каждый любознательный турист. Колонны со старой базилики, которые раньше украшали Константиновскую базилику Святого Петра, теперь можно найти встроенными во многих постройках города. Вот как, например, в этих воротах. А между колонн в воротах находятся скульптуры святых Петра и Павла. Мы прошли через ворота, и сейчас мы находимся на Пьяцца дель Пополо. Она получила свое название от церкви Санта Мария дель Пополо, которая находится слева. Туда мы зайдем на обратном пути. В центре находится обелиск Флавио. Его высота 36,5 метров. Это один из 13 обелисков Рима. С Пьяцца дель Пополо отходят три главные улицы Рима: Виа дель Бабуино, Виа дель Корсо и Виа ди Рипетто. Я советую вам пройти по всем трем улицам. Отсюда прогулочным шагом можно добраться где-то за 10 минут до Испанской лестницы. До галереи Боргези, Фонтана Треви и Пантеона где-то за 15 минут. До алтаря Отечества, который находится прямо по Виа дель Корсо, где-то за 20 минут. А вот до Колизея, Ватикана и собора Святого Петра и Трастевери вам понадобится около 30 минут. Сейчас у меня за спиной находятся три главные улицы Рима – Виа дель Бабуино, Виа дель Корсо и Виа ди Рипетто, и мы видим ворота, в которые вошли. Виа дель Корсо. Если идти от площади, то справа вы можете прочитать название улицы Антонио Канова. Обязательно сверните туда, чтобы посмотреть на дом-мастерскую, которую очень легко опознать по фрагментам скульптур на доме. И таких мастерских Канова в Риме не одна. В этой прогулке мы зайдем еще в одну мастерскую Канова, так что советую вам досмотреть видео до конца. Я возвращаюсь на Виа дель Корсо и продолжаю свой путь.
От Вио-дель-Корсо отходит множество улиц, которые тоже интересны своей историей. В Риме можно много чего увидеть. Не так давно, в июне, я показывала вам наряженную елку у фонтана Треви, помните? А сейчас мы заглянем в магазин новогодних игрушек. Так что, ребята, если даже вы приехали в Рим летом, то уже можете купить родным и близким новогодние подарки. В Риме есть все, помните об этом. Маленький и милый подарок из Рима. Сворачиваю с Вио-дель-Корсо и направляюсь к фонтану Треви, чтобы показать вам место, откуда можно увидеть фонтан Треви с высоты. Кто-то из подписчиков задал мне вопрос, как называется здание, к которому примыкает фонтан Треви. Так вот, фонтан Треви примыкает к фасаду старинного здания Палаццо Поли. Сейчас в бывшем дворце расположен Национальный музей графики и дизайна. Но в начале 19 века весь второй этаж этого здания снимала княгиня Зинаида Волконская. Она жила здесь длительное время. Здесь же Волконская проводила литературные вечера, на которых она принимала видных деятелей искусства и литературы. Здесь были Канова, Стендель, Вальтер Скотт, Кипринский, Щедрин и многие другие. Напротив фонтана Треви находится джелатерия. Обязательно загляните и попробуйте итальянское мороженое. Летом в Риме очень жарко, но во всех магазинах, барах, джелатериях работают кондиционеры. Так что жару можно пережить. Вот здесь как раз хорошо видно Палаццо Поли, к которому примыкает фонтан Треви, и в котором жила княгиня Волконская. Кстати, Волконская похоронена в церкви, которая находится у фонтана Треви, в первой капелле справа. В 20 веке останки Волконской были перенесены на римское монументальное кладбище Кампо Верано и захоронены в общей могиле, но надгробные плиты в церкви остались. Загляните обязательно в эту церковь. Но помните, что многие римские церкви закрывают на обед. А я сейчас вам покажу место, откуда можно посмотреть на фонтан Треви с высоты. Заходите в магазин одежды и поднимайтесь на второй этаж. Это видео я снимала еще до того, как ужесточили правила поведения туристов. По новым правилам теперь запрещено сидеть на краю фонтана. Кроме того, когда огромный наплыв туристов, полиция перекрывает доступ даже на лестницу. Многие туристы выстраиваются в очередь, пытаясь издалека бросить монету в фонтан или просто сфотографироваться. Теперь к фонтану Треви нельзя приблизиться вплотную. Новые правила были введены после участившихся актов вандализма. За купание в фонтанах сейчас не только штраф 450 евро, также полицейские могут принудительно удалить нарушителя из города на 48 часов. Кстати, в этом магазине отличный кондиционер, и многие здесь у дверей прячутся от жары, но не знают, что можно подняться на второй этаж и с высоты посмотреть на фонтан Треви.
Еще один магазин мороженого рядом с фонтаном Треви. Недалеко от пантеона на Виа дей Пастини есть магазин деревянных игрушек Бартолуччи, мимо которого невозможно пройти равнодушно. Каждый раз, проходя рядом с магазином, у меня есть возможность хотя бы на мгновение вернуться в детство. В магазине все сувениры и игрушки сделаны из дерева и раскрашены в яркие цвета. Загляните обязательно и сюда. Если хотите дойти до пантеона, то направляйтесь прямо по этой улице. Сначала вы выйдете на Пьяцца ди Пьетро, где находится храм Адриана, а потом уже будет пантеон. Ну а я направляюсь в другую сторону. Испанская площадь и фонтан Баркаччо. Он был возведен в память о наводнении 1598 года, когда Тибр вышел из берегов и затопил центр Рима.
Звучала громко музыка, и я недорассказала историю фонтана Боркаччо. Так вот, в 1598 году в Риме было сильное наводнение. Вода в реке Тибр поднялась на 20 метров, вышла из берегов и затопила исторический центр города. Когда вода отошла, на площади Испания нашли севший на мель баркас. Папа Римский Урбан VIII был поражен сильным наводнением и велел установить на Испанской площади фонтан в виде лодки. Фонтан Боркаччо – это работа отца Бернини. Летом на улицах Рима не только вечером, но и днем можно часто встретить музыкантов. От площади Испания отходит улица Бабуино. С нее почти в любой момент можно попасть на замечательную улицу Маргутта. Рим славится своими замечательными фонтанами. Возле самых больших и красивых фонтанов каждый день проходят толпы туристов. Но есть менее известные и не столь роскошные фонтаны, например, как фонтан художников, который находится на улице Маргутта. Туристы даже не подозревают о таких фонтанчиках, как этот. В 1927 году этот фонтан был воздвигнут в честь истории этого места. На этой улице, на улице Маргутта, живут и работают римские художники. Посреди буйно растущей зелени находятся их мастерские. На фонтане можно рассмотреть мольберты, ремесленные инструменты и даже ведро с кисточками. Это работа Пьетро Ломбарди. В Риме находятся 9 его фонтанов. Удивительно красивая улица Маргутта. Когда-то на месте улицы Маргутта находились конюшни, сараи и даже называли это место задворками. Но в средние века здесь стали селиться художники, и все изменилось. Ну а настоящей улице это место стало лишь в середине XIX века, когда на весь мир ее прославил фильм «Римские каникулы» режиссера Федерико Феллини. И все-таки улица Маргутта сумела сохранить почти нетронутой свою волшебную атмосферу. Такое чувство, что она продолжает жить памятью знаменитых художников и скульпторов. С улицы Маргутта я вновь вышла на улицу Бабуино. Перед нами статуя разлегшегося бабуина. Именно в честь него была названа улица Виа дель Бабуино. Кстати, и он считается одним из 6 говорящих статуй Рима, которым прикрепляли анонимные сатирические записки политического характера. В 2015 году этот фонтан был реставрирован. А рядом находится кафе-музей-мастерская Канова Тодолини. Когда-то это была мастерская итальянского скульптора Антонио Канова. Потом Канова завещал мастерскую своему любимому ученику Адаму Тодолини. Сегодня эта мастерская работает не только как кафе, но и как музей скульптур.
Здесь можно позавтракать, пообедать и поужинать в компании пап, кардиналов, муз и языческих богов. Скульптуры здесь расположены везде. Они буквально заполняют каждый метр на стене и полу. А сейчас я уже вернулась на Пьяцца дель Пополо, откуда начиналась наша прогулка. Как я уже говорила, летом в Риме повсюду слышится музыка. Где-то только готовят сцены для выступления, а где-то музыка звучит с самого утра. Сейчас мы стоим лицом к Фламиниевым воротам. Церковь Санта-Мария-дель-Пополо, в которую я обещала вам зайти, находится справа. Фасад этой церкви сейчас реставрируют. Начнем с капеллы Киджи, она вторая слева. Капелла очень красивая. А также эта капелла описана Дэном Брауном в романе «Ангелы и демоны». Мозаика, которая нас окружает в капелле, выполнена Луиджи де Пачи по рисункам Рафаэля. Мозаика 1516 года. При входе в капеллу Киджи слева на панели обратите внимание на кнопку. Нажав на нее, в капелле загорится свет, и вы сможете рассмотреть мозаику и скульптуры. Над скульптурами в капелле работал Джан Лоренцо Бернини. По заказу кардинала Фабио Киджи, будущего папы римского Александра VII. Про эти работы Бернини мало кто из туристов знает, а я вам советую сюда заглянуть, особенно после того, когда вы теперь знаете, где зажечь свет. Скульптуры Бернини можно узнать издалека, посмотрите, какая красота и изящество. Эта скульптура называется «Пророк Даниил со львами». Еще одна знаменитая капелла в этой церкви с картинами Караваджо и Караччи, картинами которых украсили стены капеллы – капелла Черези. Она находится слева от главного алтаря. А в этой капелле, чтобы зажегся свет, необходимо в автомат бросить монетку. Без света, к сожалению, эту капеллу вы не рассмотрите. А вот и волшебная кнопочка. Нажав на нее, в капелле загорится свет. И такие волшебные кнопочки есть в каждой капелле. Обратите на это внимание. Только с хорошим освещением можно хорошо рассмотреть фрески.
Капелла Басса делла Ровере была расписана Пинтурикью и его учениками в 1494 году и посвящена святому Августину. Удивительной красоты эта капелла! Это не мраморные барельефы. Присмотритесь внимательно, скамейки и спинки скамеек нарисованы. А это опять же волшебная кнопка, чтобы в капелле загорелся свет. Вот так капелла выглядит при освещении. Посмотрите, какая красота! К большому сожалению, эта базилика каждый день закрывается на обед с 12 до 16. Так что если вы соберетесь заглянуть сюда, то приезжайте или до 12, или после 16. Базилика работает с 7 утра и до 19 часов. И не забудьте про обеденное время. А добраться до этой церкви можно на метро А, остановка Фламинио. Вот и подошла к концу наша сегодняшняя прогулка. Буду очень рада, если мои маленькие заметки о Риме помогут вам в планировании вашего отпуска. А я всегда думаю, если бы Рим умел говорить, сколько бы интересного он нам рассказал. На этом я с вами прощаюсь, друзья мои, и до новых видео!